Здравствуйте. Это кабинет русского языка. Где поставить ударение, многие считают неважным и, не задумываясь, произносят ту или иную фразу. Суть произносимого от этого, конечно же, не меняется. Но люди грамотные так не говорят. Сегодня разбираем распространенную ошибку в ударении. Привет, Маш. Привет. Приходи ко мне сегодня, я тебе тортом угощу. Приду. Я торты люблю. Запомните, Маша, Виталик. Нельзя лакомиться тортом. Такого слова не существует. Можно полакомиться только тортом. В единственном числе это существительное звучит как торт. Во множественном числе ударение сохраняется. Торты. Если мы будем склонять это существительное, то это будет звучать так. Торт. Нет чего. Тортов. Чем? Тортами. И так далее. А для лучшего запоминания можно запомнить такой стишок. Сперва их на кусочки режьте, а следом открывайте рты и с наслаждением торты ешьте. Ошибкой будет есть торты. Похожие слова, в которых часто делают ошибки, это шарфы, банты, порты, лифты. В них также во всех формах ударение всегда ставится на первый слог. Понятно? Да. Ну что, Маш, приходи ко мне сегодня в гости, я тебе тортом угощу. Хорошо, приду. Я торты люблю. Вот и договорились. Как говорит мой папа, дело в шляпе. А давай спросим у Веры Евгеньевны, откуда появилась эта поговорка? Действительно. Почему дело не в пальто, не в трико, а в шляпе? Ну, версий происхождения этого фразеологизма много. Некоторые языковеды считают, что это связано с обычаем давать на Руси взятки в головном уборе. Возможно, на вопрос «как? Мое дело?» приказные люди нередко отвечали с лукавым подмигиванием. Дело в шляпе. Другие лингвисты вспоминают о старинном способе доставки почты, когда важные документы гонцы зашивали за подкладку шляпы, чтобы их не могли обнаружить грабители по дороге. Существует и третья версия. Дело в шляпе означало принятие решения по спорному вопросу жребием. Шляпа всегда под рукой, в нее бросали монетки с меткой на счастье – жребии. Кто достанет монетку с меткой, на том человеке и спором конец. Это был кабинет русского языка. Увидимся!